Все, срочно, срочно, срочно. Потому что мне нужно настоящее поле. Настоящее. А не то вот так, каждый раз чертить поле там всякое такое. И у меня есть резинки, я хотел сделать хотя бы вон те ворота, хотя бы наподобие, и хотел там перевязать, но как-то не получится. Все это лежит уже второй год. Постепенно, постепенно все приходит в упадок. В общем, уже все это зарастает. Обращалась я к замначальнику Пролетарского района по благоустройству дважды. Он уже пилит. Ему 2 года, он очень любит, его папа научил вот разделить вот эту вот поляну. Одну половину сделать игровой площадкой, а другую уже футбол. И вот тут вот вокруг футбола скамеечки поставить, ну, чтобы там запасные сидели или... Ну, да, пожилые там сидели. Точно, вот хочу, чтобы здесь провелся хотя бы один чемпионат. Я хочу иметь свое футбольное поле, играть на нем. Моя мечта – стать футболистом и очень-очень хорошо играть. Вот наши ворота – это вот, видите, вот этот стол и вот, вот это границы наших ворот. Они стоят неровно, поэтому иногда не определишь, где линия гола начинается. Вот, если ударить на